мороженое, качели и детский смех. Благотворительный фонд «Город добра» провел акцию для воспитанников Химкинского социально-реабилитационного центра. Мероприятие прошло накануне Дня защиты детей. Я считаю, что это наша святая обязанность. Сегодня вот это мероприятие мы проводим. Это действительно от души мы это делаем. Радость детей нас очень радует. Мы с удовольствием на это идем. Ребята прокатились на каруселях, вместе с меценатами поели мороженого и рассказали о своих достижениях в школе. В акции приняли участие около 10 детей. Остальные уехали в летние лагеря. Через пару дней и эти малыши должны выехать на отдых.